Викторович, и найти исключительно на Кургуськинской улице. Викторович, вот. А домовладение за номером, если изволите знать, за номером 17, извините, бис. Подождите, а почему же он сам-то не приходит? Ну, исключительно по причине занятости. Ну, я же говорю, писатель. Ну, здоровье у него уже, как сказал мой один знакомый поэт, увы, уже не те и силы, и весь мой организм, извините, не тот. Да. Трогательные стихи, понимаете, очень трогательные. Вообще поэзия – это моя слабость. Я вот только сейчас приобрел два томика стихов, такие исключительно релические стихи, называется «Поет Исаак Михайловский». Михайловский? Я даже бы сказал наоборот, Михаил Исаковский. Так как-то лучше. Да. Очень хорошие стихи, такие чудные стихи и песни. Как бы мне в дубине, извините, к дубу перебрать. Знаете, как вот, как дойду до этого текста, слезал. Товарищ Гранат. Прошибает. Товарищ Гранат, я вас прошу, успокойтесь и объясните так. Мне толком, толком объясните. Ну, могу я вас попросить, как вот насчет застроечки. Ну, как интеллигент, интеллигент. Хорошо, а как фамилия вашего товарища? Ну, как же, Ардов. 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 Виктор Ефимович Ардов. Ну, вы знаете, тот самый. Вот этот, который. Ардов. Да. Ну, как же, интеллигентнейший человек. Книжечки читает, любит писать. Очень хороший. Вы знаете, а у меня нет такой фамилии. Не может быть. Да как? Вот нет. Пожалуйста. То есть как? А вот так. Вообще нет? Да. Ой, вы знаете, какая досада. Как же... Ох, что же мне теперь делать, я не знаю, как же мне... Вы знаете что, товарищ Гранаткин, я вам посоветую, вы зайдите к начальнику райнежилотдела товарищу Петренко. Петренко? Может быть, у них? А, да, придется. Да. Ну, придется, ну что же делать? Ну, я благодарю вас. Да, будьте, да. Благодарю вас. Да. Так, ну, я думаю, сейчас это быстренько все улажу и домой. Читать буду. Ох, я сегодня начитаюсь. Это, видите ли, моя слабость. Одолжите мне эту книгу, а? Что? Одолжите. Я ее за 3 дня. Ну, товарищ. За 2. За ночь одолею. Товарищ Гранаткин, что? Это же справочник по оплате строительных работ. Правильно, знаю. А что? Что? Тоже есть своя своеобразная прелесть. Да. Вы знаете, вот в одном культурном таком доме я случайно напоролся на одну здоровую такая книжонка, телефонная. Вы знаете, неделю от нее не могли меня оторвать. Просто я читал взахлеб. Что ни страница, то биография. Что ни страница, то биография. Да. Ну, рад с вами познакомиться. Еще как-нибудь... Встретимся на досуге и поговорим исключительно об литературной изящности. Изящной литературе, так сказать. Очень приятно. Да. Да, обязательно. Завтра же, да, с утра. Да. Захвачу, обязательно. Ребят возьму. Нет, я до своей доберусь, спасибо. Доберусь.
Говори. Ну, привет! Ну, дайте! Ну, че? Ну что? А в чем, собственно, дело? В чем дело? Будто так вот хороший человек не может прийти к хорошему человеку. Так вот, вот так, без дела. Кури. Ой. Да я вообще только что курил. Да? Да? Ну ладно, потом затянешься. Ну садись сюда. Слушай, я к тебе сегодня по делу. Ну? Друг Ситный. Не ебал. Но у меня дело к тебе есть. Ну давай, давай. Ну там один пустяк, это мы еще успеем. Слушай, а у тебя тут ничего, хороший кабинетишко, а? Тут ведь можно и при случае того, а? Чего? А? А? Не-не-не, это правда. Ну чего? Служебное время, не служебное, правильно, понимаешь. Нельзя пошутить, понимаешь. Ну, конечно, служебное время нельзя. Ну, правильно, нельзя. А потом после работы почему не тяпать, правильно? Ну, вот. Слушай, да. Посмотри там у тебя, нет ли, не завалилась какая-нибудь заявочка одного моего приятеля. Приятель? Насчет застройки. Застройки, как фамилия? Да, Ардер. Ардер? Ну да, Витюха Ардер. Ну, давай сейчас посмотрим. Так вот, значит, хороший компанийский человек, взгляни, пожалуйста. Ну, застройка там на Кургусинской, на Кургусинской улице, да. Только застройка там. Погляди, пожалуйста. Ой, это чья это? Это моя, да. Ты смотри, ничего. Ничего, канашка. Слушай, мы с тобой как-нибудь устроим, а? Это, как ее? Чего? Детский смех на лужайке. Да, так вот весь застройщик, чтобы вот. Погляди, Ардер, туда. Витюха Ардер, ну компанейский, значит, человек. Давай, мы, я думаю, быстренько все сфабрикуем с собой. Слышь, вообще, что ты сидишь все время, а? А что? Сидишь тут, понимаешь, штаны просиживаешь. Давай по-быстрому мы с тобой отдадим концы в этот самый. Я тут знаю одну забегаловку. Да. Такой погребок. Угу. Там, знаешь, закусочку дают. Просто, ну, оркестр играет. Ну. Мишка, Мишка, где твоя, это самая, полная задора и огня? Знаешь что, я на закусочку, да. Надо говорить, я больше всего люблю на закусочку, чтобы была хорошая книжечка, чтобы... Я говорю, на закусочку, чтобы хорошо так вот, хорошую книгу такую почитать, от того же, вот скажем, Бибеля или Гоголя, Мебеля. Ну, что это такое философское? Покруче. Покруче, да? Философский такой. Вообще, я люблю так выпить, как следует, видишь, на двоих. За здоровье этих всех философов. Философов и вообще всех писателей. Они иногда вот такое у них прочитаешь, что просто... А почему? Когда на столике, значит, ватчонка, закуски там стоит, ну, колбаски, кириски. Ну, почему не почитать что-нибудь, а? Не почитать. Ну, такое философское. Ну, не расширить так свой кругозор и вообще предаться мыслительному процессу. Да, вот это влип. Да. В общем, так. Мы сегодня с тобой тяпнем как следует. А для вас у меня есть исключительная такая книжонка 18 века. Вы знаете, такая крепость, такая мудрость. Ну да, крепость. Слушай, давай сейчас. Ну давай, идем. Забегал. Я говорю, в библиотеку сходим сейчас, а? Да, в библиотеку сходим, и мы там откупорим. Ящичек с книжонками откупорим. Вот. И под эти книжонки дербалысь. А? Мы сейчас туда девчонок прям в библиотеку. Прям забегал.
Знаете, я на два, на вас на двух работать не могу сразу. Не могу. Вот работаешь. Что ты волнуешь? Вот тут вот, понимаешь, написано, что разрешение на застройку дано. Как? Вот так вот написано. Когда? Разрешение на застройку Виктору Ефимовичу Ардову послано на дом. Да? Да. Позвольте, а я-то при чем? А вот интересно, вот вы действительно при чем? Нет, позвольте, я же заинтересован. Да нет, это мы знаем, что вы заинтересованы. Нет, ну я по причине, так сказать, занятости, такой почетный человек. Ну, я... короче говоря, сколько? Пяти-девять. Я говорю, сколько вы с него взяли? Так, я пошел. Да-да-да. Что вы думаете? Вы знаете, я исключительно по причине занятости. Я хотел, понимаете, из любви к искусству, так сказать. И вообще, меня вот сейчас, я вот с вами здесь разговариваю, а меня ждут. В библии галочки. Скажусь вам полной мере, я дела все будут гладки. Прошу лишь о доверии, и будет все в порядке. Но если вдруг засыплю сам, сбегу я без оглядки. Отвечать придется вам, недаром я гранатке. Гранатке, гранатке, недаром я гранатке. Отвечать придется вам, недаром я гранатке. Принимали участие артисты Юрий Волынцев и Григорий Абрикосов. Вон у нас еще есть один сувенир, да, а? У нас есть еще один сувенир. Взять его капа взяла. Но чей он, не ясно. Товарищ, может, из вас кто-нибудь?